А ничего, у них деваха репортажи делает. Жениться может, а может не жениться. Лайферить или не лайферить? Это кто тут у нас на дереве сидит, а? Где Рушпит? Где Рушпит? Где Рушпит Баттл? Где Рушпит Баттл? Чё, рыжий, где Рушпит, а? Где видос, сука, где... Йоу, салют, задроты, с вами Манки Кинг. Знаю, давно не было Рушпита, но понимаете, был на даке, разматывал. Потом пришли агенты Гейба, похищение, операция, нерф ульты. Еще один николаевский дотер проходу не давал, аппарат на мыло не отвечал, но теперь я здесь. Пошумим! По результатам жеребьевки начинает жотма подобный, поэтому без лишних слов врубаю биток, поехали. Йоу! Я, если честно, думал, ты не придешь. Ты ж за место никогда не приходишь, да? Йоу! Ты собрал всю свою смелость, чтобы прийти на Рушпит. Как правило, он или в кустах, или на фонтане сидит. Ну чё, герой, теперь мы один на один. Мне нужна голда за тебя, так что от страха не умри. Ой! Быстрее нажимай свой телепорт, твой батл называю восстание саппортов. В тебе летит моя ульта, кто победит, так это я. Два копья и ты упал, клик-клак, пау-пау. Я твоя беда, ты моя голда. Поставь два варда, налей мне пивка, раб. Я покупаю гемы, вижу твой ультимейт. Задоджил его форстафом и сбил твоих тиммейтов. Чики-пау, как говорит антимаг. Кстати, против тебя лошара проще простого воевать. Та игра, где вы с Леоном отлетели. Против вас тогда я просто спушил вас на керри. Бау! Аппарат, прости, братан, но я занял твой ПТС. Йоу, чурмаё, йоу, тукита. Промазал ультой, давайте начнем файт заново. Промазал ультой, тогда снимай на видеокамеру. Блин, прикольно зачитал прям. Йоу. Йоу. Ты собрал армлет, ты его врубил. Я в тебя ультанул, и ты умер, дебил. А почему не забузил его? А ты же керри, почему ты фидишь, я не пойму. Йоу. И как же так произошло, что мой керри фармит быстрее тебя раз в 100? Бро. Какие планы налеть? У меня так керри фармит, а у тебя его нет. Кстати, я говорил про своего керри. Просто после этого батла он тебя отметелит. Ты, конечно, можешь продолжать драться с ним по КД, хотя нет, братан, он уже купил БКБ. Пау! Да и я собрал агоним. Тебе осталось читать 17 секунд, дебил. Так что все, ты опоздал, друг. Чтобы меня победить, тебе было дано 15 минут. 15 минут, чтобы закончить эту игру. 15 минут, чтобы... 15 минут, чтобы закончить эту игру. 15 минут, чтобы... Сейчас, секунду. 15 минут, чтобы... 15 минут, чтобы закончить... Сейчас. 15 минут, чтобы... Пятнадцать минут, да, ништяк, продолжайте, у вас получается. Пятнадцать минут, это важно. Пятнадцать минут, чтобы закончить эту игру. Пятнадцать минут. Дайте маны. Йо, Хускар на второй раунд попросил бит 220 BPM, но аппарат попросил не надо, поэтому просто ставлю быстрый бит. Поехали, ёмана!
Та-та-та-пум. Ай! Я Хускар. Аппарат Терак. Пау! Аппарат Терак. Ой! Аппарат Терак. Бау! Я. Когда я в игре, то всем становится жарко. Тёлки не выдерживают и ломают шмотки, ливают с дотки. Они ни на что не способны, толпа в экстазе. Ведь я ломаю вам базу. Что сделал ты? Да ничего, как всегда, бесполезно. Слоняешься по карте до ульта. Ищешь где экспа, то ты тут, то ты там. Не попадаешь ультой, как не попадаешь по битам. Кстати, мой хардер сказал спасибо. Фармил на лайне очень красиво. Ведь как бы ты ни пытался ему помешать, ему наплевать, йоу, ему наплевать. Ой, только не кидай Ice Vortex, это холодная хрень из-под земли меня щекотит. Ой, только не кидай Cold Fit, это холодная хрень мою прическу портит. Аппарат Терак, пау! Аппарат Терак, бам! Аппарат Терак, ой! Аппарат Терак, ой! Так, заткнитесь! Я однажды увидел в кустах сидящего бомжа. Не стал его убивать, мне было его жаль. Он сидел с надписью «Плиз, мне нужна экспа». Блин, какого же бомжа? А, вот этого бомжа. И ты пока дождешься до шестого левела, пока ты раздуплишься и придумаешь, что делать. Я твою команду раскидаю фастом, браза. Иду, беру аегис и ломаю базу. Пау! Аппарат Терак, яй! Аппарат Терак! Аппарат не рак, ё! Аппарат не рак! Блин, спасибо, пацаны, приятно, не ожидал. Вообще, на самом деле, Хусик, ты меня обидел. Сейчас будет жесткий раунд. Ради тебя сделали, чтоб со второго роша сыр выпадал. Это потому, что ты слабый или ты крыса, братан? Твое лицо покраснело. Это что, твоя пассивка или так тебя задело? Ну ты не злись, попроси дружков педиков, чтобы они тебя похилили. Омник накроет пледиком, расскажет сказку про репел. Дазл поцелует в лобик и помни, Хусик, боюсь, с тобой твои друзья гомики. Ты можешь дальше продолжать, говорить, что ты крутой, но от себя не убежать. Признайся сам себе, что ты никто, что ты трус, что ты лох, что ты дно, что ты ноль, что ты чмо. На тебя даже Куснейк забил, он на тебя забил, потому что ты дебил. А я один хожу, ставлю ворды. Меня могут убить на каждом углу, но я же не ты. Ой, а как и вернется мы забатлим? Так ты говорил, парни сразу после дака. Чё, Хусик, правда? А точно не потом. Я специально тянул время, чтобы все знали, что ты балабол. И последнее. А пока что ты можешь тем козырнуть, что мне драться с тобою сыкотно. Я приду и в тебя ультану. Но тогда, когда мне это будет выгодно. Йоу, Рошпит Баттл, третий выпуск. Ссылка там внизу, где-то голосуй за победителя. Заодно подпишись на наш YouTube канал и прочую фигню. А я в доту, всем респект.